О метео и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор Ивановский текстиль. 22 августа, по данным Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается 13 градусов, ясно и без осадков. Днем температура поднимется до отметки плюс 18, малооблачно, и к вечеру ожидается дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба. 22 августа. Постарайтесь плодотворно использовать первую половину дня. Это время подходит для непривычной и сложной работы, творческих экспериментов, а также решения важных вопросов. Интуиция остра, ее подсказки точные и своевременны, на них можно полагаться. Как и на нашего спонсора «Ивановский текстиль», ярмарка-распродажа пройдет с 18 по 22 августа в ЦКИОМ на Бойчука 2. Качественная продукция от фабрики и производителя. Но это у меня все. Желаю яркого настроения и широких улыбок. До свидания.